О, ребята, короче, сейчас я вас ободру, подождите секундочку. Все, я уже иду на лазер опять. На 2 часа мне будет он делать, наверное, опять лицо и ноги уже наконец-то. Сейчас покажу вам, пока иду. Вот такой вот у меня сейчас эффект. Надеюсь, сегодня уже будет получше, потому что, блядь, я делал уже лазер на лицо 2-2 месяца, и я что-то пока не вижу особого эффекта в плане того, что у меня продолжается дальше расти. Что очень грустненько. Мы, кстати, потом договорились встретиться с Катей, потом пойдем на мастер-класс, и, возможно, потом с Катей или без я пойду к бабушке в гости. Но это тоже пока последний пункт, не точно. Да, давайте. До связи. Короче, все, мне сделали чуть-чуть ножки, маленький квадратик. И лицо делали сегодня. Вот так вот вышло все 2750, если не ошибаюсь. Что, так вот же автобус-то. Куда пошла-то? Нам же туда ехать. Катя, блядь, ну ладно. Блядь, мой парень все за меня решает, блядь, обидел какой-то ебаный. Вот, кстати, Катя пришла меня встречать. Сейчас мы поедем на мастер-класс. Что еще? Я говорю, блядь, объявлю. Сиди, давай. Ой, я заплачу. Я заплачу. За меня еще и заплатила. Thank you, my sugar baby. Вот. Сейчас едем в спать, у меня депиляция пошла. Вообще, женщина классная, которая на депиляцию мне делает. Мы с ней говорили ориентацию, видеоотношения, все остальное. Потому что, ладно, это уже, наверное, секрет. Всегда говорить про нее. Вот, короче. Катя, скажи что-нибудь. Всем привет. Пошла нахуй. Подписывайтесь. Ребят, короче, мастер-класс закончился, все. Я иду сейчас в фикс-прайс. Катя сегодня у нас довольна, у нее сегодня счастливый день. Мы, значит, сегодня купили я себе чипсиков, Катя там тоже себе целый пакет бухла купила. А презервативы купила? А, ну да, они тебе будут не нужны. Бутылка купила. Ну все. Ой! Ай, все, ребят, я по домам буду смотреть мультик, кстати, вот сейчас, да. Буду смотреть кино какое-нибудь классное. А Катя будет... Катя будет тоже отдыхать. Все, давай. Видите, какая довольная, счастливая. Ребятки, я вам рассказываю последние события. Сейчас я иду на встречу с Катей гулять. Она должна быть, короче, где-то в июне на первом этаже сидеть на скамейке. Сказала мне, что сидит. Ща идем, найдем. Ой. Ну, Катя, я ее уже вижу. Посмотрим. Вон она! Ты не хочешь давить? Нет. Слушай, давай сделаем в ритуале, хотя посмотреть одни дыхи очень прикольные. Сейчас мы, короче, пойдем с Катей в ритуале. Смотри, кстати, я сломал. Как ты смог? Ну вот тут, короче, застежка сломалась, и она у меня сломалась. Вот сейчас мы, короче, пойдем в ритуале и нюхать классные духи. Вот. Здесь деньги? Откуда, блядь, у меня заплата 20 тысяч. Я повем видео, и смотрите, тут какие прикольные винилопластинки. И вот это мне больше тоже понравилось. Мне вот это вот что-то прикольнее кажется. Такая необычная, как автомат. Где? Радиочасы. Прикольно вообще. Очки мы купили, я купил, точнее, себе булочку. Сейчас мы пойдем еще в Fix Price. И в Пятерочку, да, Катя себе тоже что-то купит. Стоим в ленте на этом. 29 рублей, играй, берешь нахуй, я бы... Дом купила на эти деньги. Отложила на депиляцию. Это сколько? 29 рублей. Это 1,5 минуты депиляции. Научены. Короче, все. На кассе стоим, масочку надеваем. Ребята, короче, сейчас мы вот с Катечкой тут идем, гуляем, обсуждаем. К фикс-прайсу продвигаемся. Короче, обсуждаем то, где бы мы хотели жить. Катя ведь уже в августе месяце приезжает в Питер, Казахстана. Без обид, моя хорошая. Я тоже хочу, но меня тут держит депиляция. И бесплатное жилье. В виде мамы. Вот. Еда. А так меня больше здесь ничего не держит, потому что зарплата, блядь, здесь очень хуевая. В кофелайке, блядь. По крайней мере, у меня. У моей сестры зарплата хорошая, не у этой, у другой.
Поэтому говорю честно, как есть. Знаете, ребята, я, блядь, Данил My Life... Блядь, Данил My Life... My Life is Данил Трубу. Поэтому мне всегда правда. Вот. Катя, ну давай, расскажи сама. Что? Где бы ты хотела жить и почему? В Питере. Почему? Потому что мне больше нравится Питер. Я Москву не люблю, не знаю почему, просто. А что есть также у нас Новый Уренгуй, где Андрея Петрова избили. Новосибирск. Там что еще есть? Но Перу, я типа там ни разу не была. Вот, ну, поэтому, скорее всего, мне не хочется. Типа, в Питере, у меня подруга в Питере. Много знакомых хотят в Питер переехать, поэтому... И там... Ну, типа, гей-клуб есть. Просто видишь, я с 8 класса, у меня была цель поступить в колледж питерский, потом в УНИК. И типа вот только сейчас, к 20, получается, одному году я смогу, ну, осуществлю свою цель. Вот так вот. Молодец, я тоже осуществляю сейчас свою цель, это депиляция. Вот. Поэтому мне как минимум еще тут, блядь, тусить год. Ну, да, и даже деньги получится не накопить, потому что, блядь, все деньги уйдут на депиляцию. Поеду туда, блядь, с этой, блядь, с чемоданчиком на плече, блядь, с кулечком. Вот с этой сумочкой. Да, с сумочкой, блядь, трусики, нахуй, и зубная щеточка. Трусики, и буду работать, наверное, блядь, в каком гей-клубе, блядь, танцовщица. Танцовщица с продолжением, ребят. Хоть ладно, по уже плану подходим. Мы ждем Полину, а, да, репетитора. Она должна к нам потом присоединиться. Как ты здесь сидишь? Здравствуйте. Hello, hello, hello. Вот, это стажок. Все. А мы поедем посидим тут. Давай сюда сядь. А, мне там занято. Давайте. Да, мне нужно в бар с нами. Цензура. Там хачи пиздец. Там хачи пиздец. Я знаю. Я ж подарил. Да, хуё. Твои ой, сейчас. Я ж к себе нагнулся. Ты, блядь, вот только скажу, что я ему сразу, блядь, припишу нахуй. Чуй, блядь, на меня. Музыка. Блядь, как эта волна она пошла. Ну, давай, я забыл. Давай, я лично или ты? Давай. Давай. Я буду снимать телефон. Что? Она была в ТикТоке все. Когда мы все делаем? Когда нет времени, чтобы тусить в клубе, мы тусим днем, но бесплатно и светло. И все, да, эти как... как это называть? Вентиляторы, блядь. Кондиционер. Как, это как, блядь, в фильмах, знаешь, когда на тебя типа дуют? Слоумо. Гравитейшн, блядь. Давай тебя теперь. Катя, очень было познавательно это выступление. Давай. Да не буду я танцевать. Ты стесняешься дедушки? Ну ты стеснюшка. Я не танцую, я только в парах танцую. Тебе надо танцевать за соки молодым человеком. Давай, сними нас, как она потанцует. Давай, Катя. Давай. Такая милашка. Что, лучше быть любовницей или женой? Любовницей. Любовницей снимают больше. Чего-то? Или подарки? Нет, ну типа да. Любовница быть лучше, потому что хотя бы с тобой постоянно изменяют. Стоит. С тобой изменяют, да. А не тебе изменяют. Да, да не только это. Мы с тобой время чаще проходим. Да не всегда. Ну я не знаю, я вижу чаще, чем ты. Иди на! Ну что, девочки, мы гуляем.
Да, уже снег почти растаял. Вот. Да, здравствуйте. Жена. Снимаем тиктоки, чтобы выложить в Инстаграм. А вы чем занимаетесь? Пишите закрытые комментарии. Подписывайтесь на заблокированный Инстаграм. Нет, у меня открыл, у меня не заблокировал, я переплюнь нахуй. Ну, если у вас есть VPN, тогда вы можете подписаться, конечно же. И на ТикТок тоже. Сегодня меня узнали, кстати, Полина, представляешь? Ты вообще не видела такие. Алло, блядь, пизда ты тупая. Пошла нахуй. Все, девочки уходят. Пока. Палец мне чуть не оторвало. Конечно. Илье кое-что оторвало. Вот. Все, пока, девчонки. Ребятки, я пошел домой. Девушка меня провожает. Отлично повеселились, конечно. У нас был своя вписка. Братская, так скажем. Когда повторим в следующий раз? Завтра. Гули-гули. Когда вы же свободны? У меня... Вы до 7, а я-то до 10, к сожалению. И мама дома. Будем ждать. Надеюсь. Ну все, пока. А, ты сейчас поедешь, что ли, вниз? Гули-гули-гули! Или подождите, что мы где мы? Блять, как дура. Ку-ку. Дурочка. Ой, все, едем домой. Давай, пока. Катя, выцепляйся. Дура. Салон. Красит, стричься. Это что за пизда? О, моя булочка, слава богу. А это вторая жопа. Закрой. А мне ты нравишься сегодня очень. Реально. Если бы была помадочка, замутил бы. Вот этот мне стиль нравится. Так, ребята, все. Я упакую. Светлана Владимировна. Взял мне стрижку. И потом... После депиляции, кстати. И потом мы идем гулять с Екатериной. Да. Результаты позже. Ну, стрижку. Девочки, результат. Меня привели в божеский вид. Теперь я Афродита. Кто? Никто. Все, идем гулять. Можно и на блядки. Ребята, мы выходим из пятерочки. И фикс прайса. Купила Катя не все чемоданы. Сейчас уже по домам, на улице очень холодно. Идет маленький дождик. Такой вот. Вот. Сейчас еще буду сегодня монтировать влог. Ой, прости, блядь. А завтра буду целый день смотреть Элиту. Да, потому что каждый день монтирую. Ну. Кстати, вот мы проходим около школы, в которой я последний учился. Она вот там. Да, в 30-40-й. 40-й. Bye, Rapier. А, ну ладно. Пока, Рэпер. Не близко там. Зеркало обмен. Она всегда красиво выглядит. Он кутает уже. Зая, я иду домой. Мама скоро будет дома. А что ты... Ребята, всем еще раз привет. Короче, сейчас я иду на депиляцию на 2 часа к 12, и после этого мы договорились встретиться с этой, как ее зовут, с Ритой, наконец-то. Сейчас уже все точно, мы пойдем к бабушке в гости, но, возможно, перед этим еще кое-куда зайдем. Вот.
так, если честно, волнительно. Сегодня буду делать по-максимальному на депиляции лицо. Скажу, что все сделали, убрали весь светлый пух с лица. Там на остатки, если что, будем делать эти, как называют, ножки. Так, ребята, все, я уже вышел. Короче, просидела там 2 часа. И у меня, короче, вышло это все 2600. Машины едут, сори, но я стою на светофоре. Она мне хотела еще поделать там минут 5-10. И сказала, все, не могу больше, давайте в следующий раз, потому что 2 часа лежать так очень сложно. Так что у меня одна щечка не сделана, а мне делали, как это, подбородок полностью вот тут внизу, шею, усики и вот эту щеку. И... Зимпендухова, привет! Привет, мои фолловеры, да? Какие фолловеры? Твои подписчики. Это телефон или что это? Это камера. Камера, у тебя новая камера, что ли? Ну да. Ну что, как у тебя дела? Расскажи нам. Ничего, всем. Нормально. Живем, поживаем. Ой, наконец-то мы встретились. Вы ее так ждали, так хотели. И вот куда она. Я смотрю, тогда я кому не удалось встретить. Сюда. Все, мы сейчас поедем тусить на пьянку с Ритой. Пьянку, 18+. Чай. На чаянку, а не на пьянку. Нет, мы с тобой по коньячку. Мама, Грина, куда пошла-то? У меня машина только поставила. Ой, все, мы тут сейчас с ребеночком. Не, вон там идут. Ой, Лори! Локи! А ты смотрела сериал Локи? Ребят, смотрите, я на Бали. Дура. Блин, так прикольно, слушайте, реально. Тут сделаны типа беседочки, сейчас покажу, встану. Вот, смотрите, вот тут лежу, у них тут такой... Прикольно? А тут что? Гараж? Давай ко мне. Ой, не-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 не. Не-не-не. Это что такое? Играй. Фас. Ава. Ой. Давай, кидай побольше, подлиннее. Посильнее-то кинь туда, куда-нибудь далеко. Во. Тори. Нам давай. Неси. Апорт. Иди сюда, хорошая. Я так вот, и лапы-то. Давай. Давай, сюда. Опускай. Эй, сюда давай. Давай. У нас с Ритой... Так ты засёк, блин? Вот сейчас, вот тут будет время. Так мы секундомер надо. Так вот тут время идет, видишь, 0, 2, 3. Все, мы с Ритой делаем планку. Раз, два, три. Ава! Кто первый? Ты руки неправильно держишь. Какая разница? Вот так. Будет меня еще учить, ученая. Не могу уже. У меня спина болит. Я уже все. Сколько, 10 секунд? Охуеть, я слишком большая. А я еще стою, ребят. Ты хули, у тебя не гости. Ну, мне тоже же тяжело. У меня жопа перевешивает. Мне же подняться тяжело. Давай я сяду сверху. Я точно сломаюсь. Ух, ребята, я уже еще стою. Сначала было все красиво. Сколько я продержала там? Хорошо. Сейчас посмотрим. А как ты там увидел? Ага, постепенно. Так, ребятки, ну что, мы вышли погулять тут. Там, это сзади дамы. Ку-ку, малыш. Вечерочком очень даже хорошо на улице. Тепло, смотрим тут на чужие домики, как обставляются. Там сзади вообще хоромы. Какие-то большие дома. Классные.
Сейчас пойдем еще домой. Кстати, Свете, на коттедж. Поедим там что-нибудь вкусненького. Сейчас на себя покажу. А то одна дама, Катя, по имени Кроваева. Ты что-то снимаешь фон, себя не снимаешь. Вот, сейчас пойдем, короче, к тете Свете на коттедж. Там посидим, покушаем, поболтаем. Проведем время вместе. Вот, с девчонками. У нас такой парти. Парти-девичник. Вот. Ничего, потом по домам. Ой, сейчас девочки салатик сварганили. Хозяюшки. Сейчас будем кушать. Чё, да-то? Ты сидела на халяву тут со мной. Поставить салат в холодильник. Он сейчас говорит, кушать. Что? Кушать, кушать идет. Ей прям в тарелке оставить? Или нет? Надо в тарелке. Опа. Нифига, хищница. Ну все, на уход. Блядь. Давай, пока. Ну скажи все, всем пока. Чао. Лена, позвони, созвони. Дай вечером позвоню. А мы в Максе. Девочки, тут там одна на заднем фоне красотка, тут на переднем другая. Класс современного мира. А тут я. Сейчас скажу. Я пью свой этот вологошку, мне Катя налила в стаканчик. Сейчас пойдем гулять, очепуриваться. Кстати, ты заметила то, что у меня волосы покрашены? Ребята, мы у фонтана. На нее сидят. Где? Нет, может быть. А, да. Ну, сука. Ну, короче, ребят, мы сейчас пойдем туда тогда. Сейчас фонтанчик мы с Катей. Ребята, ну что, мы сейчас расскажу такую историю. Мы с Катей сейчас сидели, кстати, не... А, показывал в начале блога. Короче, сидели мы в этом... В парке, около ДКМа. И я познакомился с одним мальчиком. Написал в инстаграм, написал ему привет, давай. О, кстати, и сейчас мы походим около скейт-парка. И смотрите, тут какие скейтерс, бойс. Сейчас посмотрим, какие там скейтеры. Ребята, смотрите, сколько тут много гнездышек. Тут семья, это как, знаете, коммуналка жилищная. Сколько тут соседей. Пошла нахуй. Реально, смотрите, какие тут птички. Ваши прогнозы. Мне кажется, там может быть павлин какой-нибудь. Иди нахуй. Ой, забыл тебе уже никак. Ну все, до свидания. Мы гуляли от рассвета. Здравствуй, сухарики. Думаю, это вам купили мне чипсика. Снимаю. Все, вот пока. Тебя снимаю. Все, пока, бухаю.